Представляю вашему вниманию Samsung Galaxy S4 GT i9505 LTE версия, которую можно назвать, это, блядь, не телефон, это, сука, Жигули. Почему так? Потому что тут весь телефон уже мененный. Он мне уже и достался в интересном состоянии. У него было мененое стекло. У него была до меня уже менена вот эта вот средняя часть. Вот это, а не вот это. Вот эта средняя часть, потому что на ней была пленка, значит, что она новая. Потому что так-то телефон был потертый, побитый, но при этом на средней части пленка. Это может о чем-то говорить. Значит, это тот самый, которого бракованный модуль. То есть дисплей надо менять еще раз. Также надо менять заднюю крышку. Эта крышка уже не родная. Родную я его перенес на другой телефон. Сюда нужна белая. А это просто крышка какая-то рандомная на помойке, найденная с четвертого. Значит, что тут мененое? Мененый аккумулятор на оригинальный, потому что родной был помятый, по нему втащили по аккумулятору. И из-за этого крышка плохо закрывалась. Точнее, нет, закрывалась она хорошо, но было видно, что давит. Дисплей давит в крышку. Здесь из последнего, что заменено, это заменен динамик. Вот родной динамик. История такова. Во-первых, вмятина сильная. Во-вторых, при раскручивании вот этот вот, вот на этом месте сорвало у меня винтик. И пришлось вот так вот выламывать это все. И вот эта вот верхняя серая часть повредилась. Но я вспомнил, что у меня есть вот эта верхняя часть. Почему-то с отклеенным динамиком. И я решил объединить динамик вот эту верхнюю часть. В целом все получилось успешно, но звук стал уже не тот, потому что оно было проклеено, это закрытая акустическая система, если можно так сказать. А после перестановки она получилась с щелями, с зазорами, в общем, ее надо как следует проклеивать. Я решил, да пошло оно нахуй, я просто куплю новый динамик. Я купил новый динамик, динамик оригинальный, на удивление, пленочка на нем даже есть. Видимо, динамик с разборки, с какого-нибудь бракованного аппарата. Вот так вот с Алиэкспресса оригинальный динамик. Кстати, отвлекусь чуть-чуть. Вот динамик от S4 Mini. Я уже показывал, что на S4 Mini был косяк с динамиком. Только я не могу найти, куда я его сейчас положил. В общем, динамик я заменил. Теперь S4 Mini полностью функционирует. Все с ним отлично. Вот это его родной динамик. Тот, который приехал с этим вместе, тоже оригинальный. То есть два оригинальных динамика оба заменил. Так. Мененый динамик, средняя часть, аккумулятор. Мененый шлейф SIM и SD. Мененный из-за того, что была сильная вмятина на слоте SD. Плюс ко всему, почему-то при нагреве на этом телефоне теряется контакт с сим-картой при сильном нагреве. И почему-то казалось, что проблема в этом шлейфе, когда я его заменил, он несколько месяцев работал безупречно хорошо, но потом этот дефект опять проявился. Но проявился он несколько раз всего, я думаю, телефоном можно пользоваться и так. Это не очень заметно. То есть это намек на то, что тут материнка немножечко с припиздью. То есть он полностью работает, но вот может раз и потерять симку. Но это было у меня, пока я им использовал, когда я им полностью пользовался как основным, у меня это было очень редко. Следующее, что здесь менено, это фронтальная камера. Родная фронтальная камера при покупке телефона сразу не работала. Заменена она также с Алика. Здесь все, кроме шлейфа и батареи, из серединки с Алика. Камера, опять же, оригинал, все работает, все отлично. Так, разумеется, мененный дисплейный модуль, который нужно менять еще раз. То, что родной был в ужасном состоянии, но рабочий. Но после моего вмешательства он стал еще и нерабочим. Этому ничего не оставалось, кроме как менять дисплей. То есть из родного в этом телефоне остались материнка, нижняя плата, вибрик, шлейф датчиками, шлейф с джеком и динамиком, и то он на подходе, потому что джек разболтан. Основная камера осталась родная, но у нее есть проблема, у нее царапины на вот этой передней
пластмассе, и ободок уж сильно зацарапан. А я вам напомню, на другом S4 камера разбитая. Можно сделать следующее. Можно там камеру заменить, ту разбитую камеру расклеить, ободок и вот эту переднюю стекляшку пересадить сюда. И все. И получится у нас еще восстановленная камера. И вот поэтому это не телефон, это уже, сука, Жигули, потому что тут заменено все, что только можно. Удивительно то, что нижний шлейф еще родной, потому что все-таки разъем зарядки, сами понимаете. Но однако он еще живой. Такой вот гибрид, блять. Дисплей, аккумулятор, динамик, средняя часть, шлейф, фронталка. Капец, блять. Крышка. Кстати, наклейка с информацией не потеряна. Не... Вот, блять, замечал почему-то часто, когда модули меняют на них. Забывают вот эту наклейку. Блять, не забывайте эту наклейку. Вы потом хер продадите этот телефон. И главное, чтобы еще было все в цвет. Я вот хочу... У меня есть белая флип-крышка. И надо найти белую обычную крышку. И тогда все будет четенько. Получится хороший телефон на Qualcomm. Все. Всем пока.